Всем доброго времени суток. Сегодня решил собрать аккумуляторную батарею. Для этого необходимо корпус. БМС. И вот такие шины, а также для фиксации пару штук. Можно использовать помощнее БМС. Это у меня 100 амперный. Здесь 40 амперный. Я думаю, запас ничего страшного. Посмотрим. Возможно, я установлю такой мощный. Буду использовать вот такие пальчиковые аккумуляторные батареи. Ранее использовал с выводом. Было удобно. Потом я подумал, что с выводом они поставляют как бы использованные, и под этим выводом не узнаешь. А здесь можно узнать, что эти аккумуляторы новые, хотя емкость одинаковая. Аккумулятор на 3,7 вольт, полный заряд 4,2 вольт. Будет где-то 21 пальчиковых аккумуляторов. А также у них должно быть почти одинаковое напряжение. Я уже их ставил на зарядку. В общем, плюс-минус там 500 милливольт, это не критично, можно, допускается. Итак, сейчас начнем собирать. Одно батарейки не хватает. А можно добавить такой. Или подождем, пока заказ придет полностью. Я не рассчитал вначале, когда заказывал с Китая. И заказал 20 штук. Здесь количество 21 штук. Будем
сейчас паят каждую ячейку. Вот я ее просверлил. Используем вот такую кислоту, чтобы прихватило олово. Паяльник. Все-таки я решил использовать батарейку с выводами. Выводы тоже отломал и установил. Не будем ждать, пока с Китая будет посылка идти. Все правильно. Сейчас нужно будет, прежде чем запаять, залудить и таким образом запаять. Потом необходимо прочистить канифоль от олова.
полностью завершил. Сейчас можно поставить на зарядку. Включаем лабораторное питание. Где-то подаем 12,9 вольт. Можно 12,8. Красный у нас плюс, синий минус. Отключили, пошла зарядка, где-то 0,3 ампер, 300 миллиампер. Полный заряд считается. Потом надо будет по бокам прихватить момент клей, супер момент клей. Я использую вот такой. Это автомобильная лампочка на 12 вольт. Пришлось отпаять БМС, когда я подключал зарядное устройство, подавал где-то 13 вольт, он как бы отключился, но не выдавал, да, 12,6 вольт. Потом раскрыл, смотрю, здесь большой нагрев. Пришлось отпаять. После запаял помощнее на 100 ампер. Запаял как положено. Смотрю, выдают 9 вольт. Прозванивал, смотрел везде. Оказалось, это БМС на 21 вольт. Здесь такой момент, если он на 21 вольт, видно, да, вот здесь перемычки не бывает. Также вот здесь пустой бывает, без перемычки. Так что нужно обратить на это внимание. Потом я нашел на 12,5 вольт. Если хорошо посмотреть, здесь имеются перемычки, а здесь нет. Вот эти те самые перемычки. Также вот здесь. Сейчас установлю, потом покажу. Не буду отнимать времени. Также здесь можно установить термистор на 10 кОм. Вот здесь аккуратненько. Надо будет запаять.
Итак, произведем проверку. Где-то 12,5 вольт. Надо будет поставить на зарядку. Подадим где-то 12,8 вольт. Соблюдаем полярность. Хотя, если замкнут, защита сработает. Где-то 13 вольт. Подключил ток около 1 ампера. Подождем немножко. Полный заряд 12,66. Сейчас надо будет по краям нанести момент клей. И все, аккумулятор готов. На этом, пожалуй, все.